Студенческая весна 2013 ушла в историю. В этом году финальный этап фестиваля прошел в Ульяновске. Татарстан собрал довольно приличный урожай. В Казань уезжает гран-при театрального направления, первое место в номинации «Региональная программа», а также первое место общекомандного зачета. Значительный вклад в копилку сборной республики внесли и студенты Казанского федерального. Нам достались победы сразу в четырех номинациях. Александр Александров, Универньюз.